А мы завершаем обзор отеля Allian Family Resort Biarritz в Геленджике описанием его инфраструктуры, а также расскажем про питание и анимацию. На территории имеется комплекс из 4 открытых бассейнов. Один из них взрослый подогреваемый и детский подогреваемый бассейн. И очень крутая аквазона для детей – Aqualand. Есть также термальный комплекс с возможностью воспользоваться сауной и хамамами. Имеется несколько детских площадок, волейбольное поле, беседка для настольного тенниса, а также игровая комната для взрослых с бильярдом и теннисом и две игровых комнаты для детей. На сцене проходит вечерняя детская и взрослая анимация, очень активная, с душой и любовью от большой команды аниматоров. В течение дня также не приходится скучать туристам всех возрастов. Проводятся спортивные турниры, гимнастика, мастер-классы, развивающие мероприятия. В специальном приложении можно ознакомиться с подробным планом анимационных мероприятий на весь день. Питание – пожалуй, один из самых больших плюсов отеля Allian Biarritz. Он работает по системе «Ультра все включено». Кормит вкусно, разнообразно и по качеству даже вполне сравнимо с некоторыми отелями 5 звезд в Турции. Еда постоянно пополняется, как бы быстро ее не разбирали. Также каждый день обязательно в меню появляется что-то новенькое. Предлагаются завтрак, обед, ужин, ранний завтрак, поздний ужин, а также пользование всеми барами. Обращаю внимание, что работа баров и предоставление некоторых услуг могут быть ограничены в период низкого сезона. Уточняйте эту информацию у наших менеджеров. Для детишек имеется свой буфет с привычным для детского рациона питанием. Макароны, пюре, паровые котлетки, каши и многое другое. Есть снэк-бар около основного ресторана. Подают достаточно неплохие алкогольные и безалкогольные коктейли. Из перекусов – пицца, картофель фри, мороженое, фрукты. Из напитков – пиво, соки, чай и кофе. Кофе, надо заметить, предлагается зерновой, как в основном ресторане, так и в барах. Бар возле бассейна также предоставляет примерно схожий, но чуть урезанный ассортимент напитков и перекусов. Бар около пляжа находится на приятной террасе с чудесным морским видом. Здесь можно выпить пиво и лимонады, согреться горячим чаем или кофе и вполне отлично перекусить. В целом отель ориентирован на семейный отдых. Здесь есть все, чтобы качественно и комфортно отдохнуть с детками. Начиная подарками от Рики-Чики, любимыми героями сети Allian при заезде в отель, и заканчивая до мелочей продуманной инфраструктурой для маленьких гостей. И не случайно Allian Family Resort Biarritz предлагает очень выгодную акцию при размещении с детьми, когда последние отдыхают с родителями фактически бесплатно. Напоминаем, что отель работает круглогодично, а также уже доступно раннее бронирование на 2021 год по весьма приятным ценам и с возможностью всего лишь 30% предоплаты.